Тренеры спортивного клуба единоборств 89-й легион побывали на встрече с мировой знаменитостью по смешанным единоборствам Хабибом Нурмагомедовым. Мероприятие проходило в спортивном комплексе «Спарта» в Сургуте. Посмотреть и послушать известного бойца пришли более 2500 человек. У каждого из гостей была возможность задать вопрос спортсмену. В течение нескольких часов он говорил о воспитании подрастающего поколения, важности образования, мотивации и преодоления трудностей и, конечно, о своей спортивной карьере. Здравствуйте, Хабиб. Сейчас вы лучший из россиян в ММА. Как изменилась ваша жизнь после боя с Макгрегором? Круто. Все, что ноябрьские тренеры услышали на встрече, они передали своим воспитанникам. А в ближайшее время в клубе появится и футболка с личным автографом Хабиба. Каждый, я думаю, зритель, кто был на трибуне, смотрел на него по-своему, как зритель, как фанат, как болельщик, как ребенок, как тренер. Соответственно, все о том, о чем он говорил, мы уже донесли в свои детские группы, подростковые группы, потому что очень много полезного и нужного и правильно он на конференции сказал.